Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Уильяма Эгли. Уильям Мо Эгли родился в 1826 году, умер в 1116. Был английским художником викторианской эпохи. Сын миниатюриста Уильяма Эгли, учился у отца. Я цитирую Википедию. Его ранние работы были иллюстрациями литературных сюжетов, типичных для того периода. Это было похоже на работы Клики Уильяма Пауэлла Фрид. Уильям Пауэлл Фрид — это английский художник, специализированный на жанровых и панорамных повествовательных произведениях жизни. Вскоре Эгли разработал стиль под влиянием Фрида, в том числе предметы домашнего обихода и детства. Большинство его картин были юмористическими или приятными на ощупь, в кавычках, жанровыми сценами городской и сельской жизни, изображающими такие предметы, как праздник урожая и современную моду. Его самая известная картина «Омнибусная жизнь в Лондоне», она находится в галерее Тей, представляет собой сцену, изображая людей, которые сбились загруженным и тесным общественном транспорте той эпохи. Эгли всегда проявлял большой интерес к специфике костюма, которому уделял большое внимание. Но его картины часто критиковали за жесткий, неуклюжий стиль. В 1860-х годах Эгли перенял моду в своих картинах на романтизированные предметы 18 века. Художник уделял огромное значение деталям, выписывая их с большой заботой и точностью, редко в ущерб общей целостности произведения. Тематика работ Эгли и техника их исполнения оказали заметное влияние на раннее творчество прерафаэлитов. Художник умер в Лондоне 20 февраля 1916 года. Ну вот, немного, конечно, информации, но все то, что есть о английском художнике викторианской эпохи Уильям Мо Эгли. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.